Многие владельцы собак уверены, что их питомцы умеют улыбаться. Но оказывается, счастливое выражение морды не всегда свидетельствует о хорошем настроении собаки. Умеют ли собаки улыбаться и что значит собачья улыбка? В сегодняшнем выпуске об этом. Теория о том, что собака – животное эмоциональное, нашла свое подтверждение не так уже давно, в начале прошлого века. Исследования показали, что собака, точно как и человек, может испытывать различные чувства. Собака может грустить, злиться, нервничать, а также испытывать чувство вины и стыда. Более того, все эти чувства они способны выражать с помощью мимики, а это значит, что они умеют и улыбаться. Правда, хозяева не всегда правильно распознают такие сигналы. Существуют разные виды собачьей улыбки. Расслабленная поза, приподнятые уголки губ, закрытые глаза – все это говорит о том, что собака наслаждается моментом. Улыбаться питомец может, когда ему приятно. Катается ли он на машине или лакомится чем-то вкусным. Заметить истинную улыбку не так уж сложно. Улыбается собака в том случае, если хозяин сам приучил ее к этому путем положительного подкрепления, той же похвалы, ласки и смеха. Тогда животные делают это в угоду человеку. Когда питомцу жарко, он широко открывает рот, высовывает язык, может закрывать глаза. Не стоит принимать это за улыбку, даже если есть сходство. Как правило, в таких случаях мимика сопровождается тяжелым дыханием. Нередко за улыбку можно принять и враждебный оскал. В таком случае собака будет держаться в напряженной позе и рычать. Любопытно, что собаки способны копировать поведение своих хозяев. Они тонко чувствуют настроение и умеют разделять эмоции людей. Впрочем, это уже давно известно владельцам четвероногих друзей. Когда хозяину весело, веселится и собака, а в минуты грусти любимец чаще всего тоже меланхоличен и спокоен. Так что фраза о том, что собачки очень похожи на своих владельцев, все-таки правдивы. А ваша собака умеет улыбаться? Пишите в комментариях. Пока!